Здравствуйте, уважаемые клиенты интернет-магазина iClone.ua. Вашему вниманию предлагается полный обзор смартфона Lenovo S820. В первом обзоре, который вы можете наблюдать по этой ссылке, мы рассмотрели его внешние данные, а сейчас поговорим о технической стороне. Экран, который выполнен по технологии OGS, получил диагональ 4,7 дюйма, качественную IPS-матрицу и HD-разрешение 720 на 1280 точек. Картинка яркая и четкая. Смотреть на экран можно под любым углом, при этом изображение остается прежним. Специальное покрытие экрана препятствует появлению отпечатков. В аппарат встроены основные модули Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Есть возможность подключаться к современным телевизорам посредством Wi-Fi Direct. Функция OTG отсутствует. Аппарат работает с двумя сим-картами в сетях 3G и GSM. Номеронабиратель и телефонная книга хорошо адаптированы для работы с двумя сим-картами и позволяют исключить вызовы с неправильно выбранной карточки. Давайте проверим, активны ли симки. Проверить это легко. Позвонив с одной симки, мы попробуем совершить параллельный вызов с другой. Как видите, ничего не вышло. Соответственно, две симки работают параллельно в ждущем режиме, но при разговоре по одной вторая будет неактивна. Для оповещения о процессе зарядки или пропущенных событий внизу под экраном установлен многоцветный красно-зеленый и синий светодиод, выполненный в виде тоненькой полоски. Он не очень яркий, поэтому нужно привыкать определять, есть ли пропущенные звонки. В аппарат установлена самая популярная на данный момент версия операционной системы Android 4.2. Плавная анимация, быстрая загрузка, понятный интерфейс. А сам интерфейс стилизирован фирменной оболочкой с множеством полезных плюшек, среди которых стоит обратить внимание на функцию «в кармане», калибровка виджетов и умный ответ, который позволяет ответить на звонок, просто поднеся аппарат к уху. Для съемки используется фирменное приложение от Lenovo – суперкамера. Основная 12-мегапиксельная камера способна заменить цифровой фотоаппарат, ведь в ней есть встроенный автофокус, светодиодная вспышка и полный набор различных режимов съемки. Для видеозвонков предназначена 2-мегапиксельная фронтальная камера. Отдельно хотелось бы выделить утилиту Lenovo Power, которая позволяет оптимизировать энергопотребление смартфона в зависимости от ситуации. Доступны три различных режима энергосбережения, которые отличаются определенным набором правил поведения для смартфона. Емкости 2000 мАч аккумулятора хватает практически на один день активного использования, при низких нагрузках до 2 дней. Lenovo S820 работает на 4-ядерном процессоре MTK6589 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Графический процессор PowerVR 544 показывает достаточно хорошую производительность в различных тестах и позволяет комфортно играть в топовые игры. Объем встроенной оперативной памяти равен 1 ГБ, а постоянной 4. Ее можно расширить картами microSD. Ну что же, подытожим. Из минусов я заметил не совсем удобное расположение динамика и отсутствие OTG, ну а плюсов на порядок больше. Это замечательная эргономика, отличный экран и щедрая комплектация. Кроме приятной цены, вы получаете отличный дизайн и хорошую производительность. С вами был Михаил Парадедов, с YouTube'имся.